1 сентября в Кызылорде подорожает плата наличными за проезд на общественном транспорте. Она составит 130 тенге. Ранее было 90 тенге. Стоимость проезда по безналичному расчету, карты или через QR-код остается на прежнем уровне 85 тенге. По словам ответственных лиц, эта мера направлена на сокращение теневой экономики через прозрачные электронные платежи. Дифференцированные тарифы не внедрены только в нашем городе. В других областях они применяются уже давно. Сейчас мы взялись за это. Проезд наличным будет повышен до 130 тенге. Безналичный остается на прежнем уровне – 85 тенге. Как известно, в прошлом году при поддержке акима области были приобретены 150 новых автобусов. Они курируют на 18 маршрутах. В этом году закупается еще столько же. Уже прибыли первые 30. Идет оформление документов. Пополнение автобусного парка позволит усилить количество маршрутных линий до 34, восстановит закрытые маршруты и таким образом полностью решит проблему общественного транспорта. Как известно, депутатами городского маслихата ставится вопрос о внедрении бесплатного проезда для награжденных подвесками Алтын Күміс Алқа и инвалидов первой группы. Как нам сообщили, вопрос на стадии обсуждения. На сессии городского маслихата было внесено предложение о внедрении для награжденных подвесками Алтын Күміс Алқа бесплатного или с 50% скидкой проезда. Сейчас этот вопрос рассматривается. Все упирается в финансовый вопрос, но в перспективе должно решиться.